Всем привет! Этим роликом я хотел бы открыть новую рубрику на канале. На самом деле уже 3 или даже 4 ролика есть в этой рубрике. Называется она «Не мой влог». Но на самом деле это не совсем те 3 ролика, не совсем то, что я задумал. Ну, по крайней мере, я не объяснил то, что я хотел сделать в этой рубрике. Почему она называется «Не мой влог»? Потому что у меня есть очень много отснятого материала, ну, довольно-таки много отснятого материала. Еще, не знаю, у меня даже есть ролики 2000-х годов, начала 2000-х годов. Тогда я, правда, снимал на DV-камеру, еще не было хороших таких вот цифровых камер. И, в общем, такого материала у меня много. Не знаю, насчет DV, наверное, я не буду их выкладывать, из них что-то монтировать, потому что... Ну, это DV, это, понимаете, эти кассетки, сложно довольно-таки их сейчас использовать. Черт возьми, мы возле дороги, и как назло, здесь куча мотоциклистов. Ладно, пока тишина, я продолжу. И из этого материала, который я снимал, я хочу делать маленькие ролики, потому что, в принципе, я хоть там и не рассказывал ничего, как сейчас на канале, да, как вот я сейчас делаю, во всех роликах я что-то пытаюсь рассказывать. Тогда я ничего еще не рассказывал. Мотоциклисты, снова мотоциклисты. Тогда я просто снимал это для себя. Грубо говоря, такой видеодневник для себя. И поэтому я ничего не говорил. Я просто снимал, сам себя часто снимал. Знаете, вот так просто на фоне чего-нибудь. Ну, грубо говоря, на память. Как вот, как ваш альбом какой-нибудь с фотографиями, да, на память, которую вы себе делаете. Но сейчас, когда есть этот канал, когда я его начал... вести этот канал, я... Мне просто хочется использовать эти ролики тоже. Потому что в них есть кое-что интересное. Мне хотелось бы, чтобы вы увидели это. Хотелось бы с вами поделиться. Там много разного. Всего, как, не знаю, как мы в Париж ездили, например. Как я ехал из Украины сюда во Францию на автобусе. Трехдневный переезд. Довольно интересный. И в то же время довольно сложный. У меня там после 3 дней опухли ноги из-за того, что я практически не двигался все 3 дня, сидел в кресле. И вы увидите, как я приехал на автобусе в... Не Байон, как же он называется, блин. Нарбон. Да, в Нарбон приезжал автобус. Потом мы поехали в Испанию, потом в Андорре. В гостинице я там ночевал. Ну, в общем, вот, понимаете, есть такие моменты интересные, на мой взгляд, которые, возможно, и вам будут интересны. И такая вот у меня идея. Вы поняли, надеюсь, почему называется этот сериал, скажем так, назовем его масштабно сериал, не мой влог, потому что я в нем не буду ничего рассказывать. Это главная фишка. И мне кажется, я очень надеюсь на это, что это позволит вам глубже окунуться в атмосферу, то есть услышать все эти реальные звуки, постараться самому понимать, что вы видите, что происходит. Так как часто происходило у меня в тот момент, да, я вот что-то видел, я не знал, мне не у кого было спросить, что это, зачем это, почему это, и я сам пытался догадаться. То есть максимально погрузить вас в атмосферу такого путешествия своеобразного. Я очень надеюсь, что вам понравится эта рубрика. Но, с другой стороны, даже если она вам не понравится, я буду ее выкладывать, поскольку, ну, все-таки этот канал... Он не только для вас, хотя для вас, конечно же, в первую очередь, но он и для меня, как мои, просто мои дневники о моей жизни, о том, что у меня было в моей жизни, что происходило. Мне кажется, мне потом самому будет интересно просто посмотреть на себя через, там, не знаю, 10 лет, например. Поэтому я буду делать эти ролики, даже если они не будут пользоваться большим успехом. Собственно, если они вам не будут нравиться... Вас никто не заставляет, вы можете их просто не смотреть, а смотреть, например, другие ролики, где я что-то говорю. Наверное, это все. И теперь я вас оставляю один на один с собой молчаливым, со своими путешествиями, со своими маленькими открытиями, может быть, маленькими удивлениями и тому подобным. В общем, желаю вам приятного просмотра и до новых видосов. Всем пока! Скажи, передаю привет. Передаю привет. Пока.
Машить ручкой. Что, запоминай дорогу? Ну, типа того.
Лезли.